По данным госавтоинспекции Мордовии, 15 мая на дорогах республики произошло два ДТП с пострадавшими людьми. Одно из них случилось около 5 часов вечера на улице Советской в Саранске. 20-летняя автоледи, управляя «Ладой Приорой», совершила наезд на несовершеннолетнюю девушку, которая шла по зебре. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город». На этой записи видно, как девушка подходит к переходу и, не глядя по сторонам, начинает идти по зебре. До противоположной стороны остается всего 3 метра. Школьница поправляет локоны, и в этот момент ее на полном ходу сбивает Приора. С различными травмами девочку экстренно доставили в больницу. По данным ГИБДД, автоледи была трезва. Сейчас по этому факту проводится проверка. За аналогичное ДТП только в пьяном виде Ленинский суд Саранска на днях вынес обвинительный приговор 29-летнему горожанину. 12 сентября прошлого года он сбил девушку-пешехода на зебре. Судом было установлено, что житель Саранска, управляя технически исправным автомобилем марки ВАЗ-2123, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со скоростью более 70 км в час, совершил наезд на 21-летнюю жительницу Саранска, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома 16 по улице Энгельса города Саранска. В результате этой аварии девушка получила травмы, повлекшие тяжкий вред ее здоровью. На следствии в суде мужчина свою вину признал полностью и выплатил потерпевшей в качестве компенсации 70 тысяч рублей. В итоге Фемида приговорила горожанина к 1 году лишения свободы в колонии поселения, а также лишила его права управлять машиной сроком на 2,5 года. Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевшей, и в ее пользу взыскано в счет компенсации морального и материального вреда с подсудимого денежные средства в сумме 584 тысячи рублей. Приговор в законную силу не вступил. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».